друг к другу, и у меня темы потихонечку расходятся, на темы расходятся. И тут вы видите, как много болезней на темы путем это возникает. 275. При том, как сейчас живет человек, конечно, нужно свести его организм и общество, удерживающее людей вместе. 276. На самом деле, это попытка удержать их, кто не стремится любить друг друга, кто говорит о родине поскольку, потому что ему надо свои эгоистические особенности как-то проявить, хоть как-то проявить себя значимыми среди своих ближних. Он тогда начинает громко кричать хрипотый голос, а на самом деле никакой любви к этому человечеству у него нет. 277. И как только учтите его курсовую заинтересованность, он будет готов пролить кровь кого угодно. Главное, чтобы утвердить свою собственную значимость и свой собственный эгоистический интерес. 278. Закрывать его от глаза бессмысленно, как нельзя построить общество. Хотя бы эта система не была, он рухнет обязательно. 279. Была Римская империя или еще какая-нибудь империя, он рухнет, никуда он не денется. Все зависит от переживающихся в пути на Земле личностей, которые обязательно будут с другими качествами появляться, с другими заключениями появляться на Земле, и они обязательно подрывают систему, о которой раньше их предки говорили как о чем-то великом. 280. Это временные, это все смертные. Оно неуместно, это ненормальные проявления человека. На самом деле человека не требуется удерживать какой-то системой. 281. Но правильное построение произойдет только в одном случае, когда прежде человек внутри себя в корне начнет менять, серьезно менять. Вот за это сейчас и пришло время взяться на Землю России. 282. Для этого все было создано, для этого была подготовлена благоприятная сознательная основа. И теперь разные сложности, которые возникают в пути мужа. Он вскрывает истинное существо человека. Это очень важно, чтобы понять себя изнутри. 283. Только тогда появляется возможность видеть свои болезни, только тогда может возникнуть потребность измениться и излечиться от этой болезни. Включает очень важные жизненные качества активной способности к мышлению. 284. Это очень важно, и это только здесь сейчас есть. Потому что на Земле в мире сейчас таких благоприятных условий не существует. 285. И проезжая по этому миру, я вижу эти характеристики, мне то, что есть у вас. То, что у вас сложно, это не страшно. На самом деле, это то, что способно помочь вам понять ошибку, понять болезни и быстро изменить свои качества, что потом быстро поведет и все остальное человеческое общество на Земле в нужном направлении. 286. Но вот теперь главное не испугаться, потому что эти сложности вскроют ваше существо. И увидев себя, нужно не напугаться, а суметь правильно это понять, осмыслить, суметь менять свои малости, и потом остальное устремиться учиться. Тогда все получится. 287. Сколько нужно человек, которые полюбили бы своих врагов, чтобы на Земле стране? Если хоть один враг останется, он же будет бить всех подряд. 288. Да, действительно, сейчас на Земле очень много тех, кому совершенно не важны законы Бога, у них есть свои понимания, свои толкования справедливости, они очень крепко хотят держать бомбу в руках, чтобы трясти ее в пространстве. Действительно, таких людей очень много. 289. И сказать, что сейчас возникли условия, куда на все надо махнуть рукой и заниматься только водными областью, невозможно. Так и ставится узкого вопроса, его нельзя так поставить, потому что на Земле большое разнообразие жизненных обстоятельств. Сразу отвернуться от того, что есть в принципе невозможно. 290. Поэтому, используя большое разнообразие, за истину должны будут взяться те, кто наиболее к этому уделил, наиболее сильнее. Он возьмется и начнет ее формировать, пока другие пытаются утвердить свою справедливость. 291. И тот, кто в данный момент видит благоприятность самоутверженной любви, видит благоприятность взять винтовку в руки и пойти отстоять какие-то рубежи, утверждать какую-то справедливость. Ну что ж, можно сказать, его сознание взвело только до этого. Ну ладно, пускай делает то, что пока может. Но его действие в законе ветхого завета. Око за око. Ну что ж, пусть для него справедливость будет пока так устанавливаться. 292. Но параллельно этому должно начаться формироваться нормальное общество. Мы говорим сейчас о переходном времени, куда нельзя будет разрушить сразу старые, ничего не создав новые. Это невозможно, это будет неуместное явление, потому что это приведет только к катастрофе, большой путанице и ничего не получится. 293. Нужно реально утверждать новые пока еще, но уже основательные и достойные, которые постепенно, набирая сил, займет свое подобающее место, а все предыдущее его придет в небытие. Для этого будут создаваться определенные условия. Они уже начали создаваться и будут продолжать создаваться дальше. 294. Гласит сейчас тому, кто почувствовал потребность искренне исполнить волю Бога, надо устремиться исполнять ее. Но тому, кто не почувствовал, надо исполнять то, что пока он способен чувствовать. И в этом отношении каждый из вас исполнит то, чего он делал. 295. А это было учтено с самого рождения, и вы были поставлены на то место в обществе, где как раз даже не видя истину, вы все-таки сыграете в определенную благую в этом мире. 296. В этом тоже могут учиться, где, подрывая сознание человека, его предрасположенность учит ставить человека туда, где, вопреки его собственным усилиям, он все-таки будет играть определенную благую роль. Именно вопреки своим усилиям, 297. И определенные благоценности он все-таки сможет понемножку накапливать, хотя будет устреляться сделать все наоборот, все сделать неправильно. Но его будут ставить в условия, которые для него будут благоприятны, непродолжительны. 298. Это все учитывается очень точно, очень основательно. И в этом проявленном области качество сверхсознания опция, куда каждого из вас он может контролировать. Это не сознание человеческое, где требуется отдельное участие, отдельное внимание. 299. Сверхсознание обладает возможностью участвовать сразу во всем, с чем это связано, и одинаково равно. То есть одинаково равно видеть каждого из вас и одинаково равно учитывать появление каждого из вас на Земле одновременно, независимо от количества людей на Земле. 300. Вам хватит глобально, для чего, зачем? Это невозможно. Нужно показать сейчас некоторые характерные особенности, но задаваться этой целью и сразу пытаться одним взором кинуть все события, происходящие на Земле, это будет очень узкий и поверхностный взгляд. 301. Лучше искренне ответить за то, что вы понимаете в данный момент. Понимаете, что сейчас надо делать такое-то действие, искренне видите. Это правильно. Я считаю, вот это правильно, именно это дружим моему сердцу. Хорошо, прекрасно, вставайте, делайте смело. Главное, на этом путь не обманывайте сам себя. 302. Как только почувствуете, что это неправильное, встаньте, осмыслите неправильное, качество неправильного и сделайте по-другому. 303. Но не продолжайте по инерции делать неправильно, уже поняв, что это неправильное. Вот тут надо суметь остановиться. Тогда у вас все будет нормально. 304. В ответе на один из вопросов было сказано. Так пока делается очень много ложных шагов и накоплено очень тяжелая информация, заложенная в ваше подсознание от ваших родителей, конечно, сейчас страдания претерпеть придется многим и достаточно сильно. Но в этом-то неизбежность, которую теперь надо правильно именно пройти, именно правильно ее оценить сейчас надо. Именно через нее вы сейчас можете и очень сильно себя изменить по качеству. 305. И этим надо теперь правильно воспользоваться, чтобы именно отклонение в своем физическом теле не сумели к этому правильно отнестись, не сумели благодарно принять испытания, которые дано вам отцу. Благодарно к этому отнестись. Это очень важно. 306. А потом смотреть, как дальше приложить усилия, которые приведут вас к целью и правильному дальнейшему установлению. Но к этому надо уже отнестись благодарно, не себе. За что это? Да почему это? Да почему это он так сделал? Почему я забыл? 307. Не ищите виновных, никогда не обижайтесь ни на кого. Это
прямые толчки, которые ведут к сильному разрушению физиологии человека. К сильному 308. И в человеке уже существует много таких нарушений, основанных разновидцы на том, что когда вы ищете кого-то виновным, вы естественно проявляете обиду в отношении этой личности. Вот тут и начинает варьироваться разными оттенками, создавая сильнее разной степени нарушения физиологии человека. 309. Надо уметь пущать, надо уметь никого никогда не винить. А если кто-то принес вам боль, он не виноват, не вините его. Ответьте ему достойно, сумейте ответить ему внутренне правильно, с добром в своем сердце. Не атакуйте его, разрешите ему сделать то, что он сделал. 310. Если он уже сделал, вы уже не извините, это уже сделано. Это значит, внутренне надо принять это, внутренне надо разрешить этому быть. Он уже совершилось, разрешите этому быть. 311. Это будет разумно и будет ответить на то, что случилось, и что извините нельзя, бессмысленно. Какой толк на эту ситуацию? Вы уже не поняли этого, а себе, вы только еще больше разрушите себя и всех своих ближних. 312. И будете передавать эти сложности дальше своим детям, а потом удивляться. Что ж такое, он более ест, как его исцелять? Вы же сами внесли в него все эти нарушения. И дальше надо прежде менять самого себя, чтобы максимально помочь ребенку. И то, что вы ему передали, вы берете из него, извиняя себя. 313. Если вы что-то успели ребенку передать, но в то же время подведели себя, извиняя себя по качеству, то, что вы передали ребенку, но изменяем его внутри вас, исчезнет ребенка, даже ему не потребуется даже прилагать в этом отношении усилий. Эта информация у него быстро исчезнет. 314. А все остальное, что ему действительно надо претерпеть, он уже будет менять сам, куда сознательно начнет воспринимать реальность и начнет брать ответственность за эту жизнь. Вот тогда полностью он будет ответить за нее, и только от его собственных усилий будет зависеть изменение его духовного мира. 315. Какой период психических заболеваний именно душевных болезней? 316. Когда человек понимает что-то как правильное, начал не действовать наоборот, либо понимает что-то как неправильное, начал не делать это неправильное, давая возможность себе и в том и в другом случае исследовать за своими слабостями в себе, то он начинает переходить к костному юному в этом отношении. 317. Как только эту норму начинает переходить, начинает это искажение в психике человека. Он должен будет привести к сильному искажению его сознания, чтобы через его сознание, которое блокирует, снять с человека ответственность за жизнь, которую он проживает. 318. То есть человек часто подходит к обстоятельствам неразумно, неправильно, куда уже дальше вести эту ответственность становится очень опасно именно для его духовных качеств. 319. Тело еще способно жить, еще существует потенциал тела, позволяющий ему жить, но для духовных качеств возникнет сильнейшая трагедия при таком его дальнейшем существовании. И тогда, чтобы снять с него ответственность, сознание надо немного нарушить, насколько в этом случае пиво будет способно сделать. Естественно, начинает отклонение в сознании человека. 320. Таким отклонением в сознании человека снимается ответственность. Насколько сильно отклоняется сознание от нормы, насколько сильно снимается ответственность человека за происходящую реальность. 321. Потому что вся ответственность человека за происходящие события полностью зависит от глубины восприятия и осознания происходящих явлений. Никто дополнительную ответственность не накладывает на человека. 322. Сам человек, по мере того, как он что-то понял как правильное, уже понес ответственность за это понимание и должен сделать это в согласии со своим пониманием. 323. Если начал прежде пропускать свои слабости, не делая то, что понял как правильное, идет сильное искажение в его духовном мире, начинается нарушение физиологии. 324. Если это искажение доходит до опасной черты, начинается искажение в психике, которое должно привести к сильным искажениям в сознании человека и частично снять с него ответственность. 325. Сейчас этих явлений может быть очень много, потому что взяли и все происходящее явление попали в такое перекрестие закономерности, куда сейчас изменяющиеся вибрации на взяли и окружающие среды информационного поля очень сильно начали на психику человека очень сильно. 326. Это тоже знамение времени очень важное, где теперь нужно научиться правильно реагировать на многое. Иначе пойдет сильное отклонение в психике у человека, что и стало, естественно, происходить, как своеобразный экзамен, где сам человек себя будет судить. 327. Знание в законе любви не делает, ну что ж, это есть природные условия, при которых он начнет претерпевать сильные отклонения, но они по-своему вспомогательные для человека. 328. И конечно, в этот момент, когда человек начинает становиться психически неуравновешенным, его сложно будет изменить в лучшую сторону. Потому что на самом деле меняется человек по качеству только от собственных усилий. Со стороны можно чуть-чуть его поддержать, скрепить, что способно очень сильно проявляться негативно, но это не изменяет качество человека. Вы его будете просто поддерживать. 329. Если произошли несильные отклонения в психике, это еще можно подправить. Но для этого надо относиться с любовью к человеку, любить его надо, уметь быть терпеливым к нему, помогая ему делать правильные решения. Нужно больше ваша любовь, и то еще кое-что можно подправлять в сознании этого человека, в его психике. 340. Но если напряжение от нарушения достигло критической точки, иначе меняется сбиваться ритм, психика начинает становиться очень неуравновешенной. Идет перегрузка очень сильная, иначе меняется саморазрушение активное. Нужно любовь в этом случае к человеку. 341. Не надо от него ничего требовать, разрешите ему быть таким, как он есть. И учитесь любить, учитесь добром к нему относиться, бережно, как ребенку. Ему просто не хватает любви. 342. Когда ваши вибрации теплые, другие начнут немножко гасить агрессию, которая у него начинает вспыхивать по любому малейшему поводу, по какой-то негативной вибрации, которая его касается. Даже не через прямо выраженные мысли, не через прямо выраженные действия, а просто эти вибрации уже начинают существовать. 343. Кто-то поругался на кого-то, совершенно не знал существование этого больного человека, и эта вибрация начала распространяться вокруг. И как только он коснулся этого человека, у него быстро взрывается его психическое состояние, хотя как будто бы ничего внешне не способствовало этому. 344. Вот это нужно правильно понять, нужно в этот момент торопиться окутать его своим теплом, нужно быть терпеливым к нему обязательно. И тогда вы начнете гасить эти негативные вибрации в нем, он начнет успокоиться. Ему нужна вот эта любовь. 345. Но в этом случае еще одно обстоятельство присутствует, тоже немаловажное и очень серьезное. Человек с нарушенной психикой очень легко попадает по контролю других существ, которые присутствуют рядом с землей. Помимо человека на земле существует еще много разных существ, разной степени сложности по сознанию, которые могут уже достаточно негативно поиграть на сознание этого больного человека. 346. Он начинает выходить на определенный контакт и начинает очень ярко воспринимать это вмешательство в свое сознание. Ему многое может диктоваться, и он чувствует, что он не может отвернуться от того, что ему диктуется. 347. Ему диктуется, чтобы он разделся и пошел по городу обнаженным, и он не может от этого уйти. Он сам признается. Я чувствую, что я хочу противостоять, но не могу, у меня руки и ноги сами идут, сами делают. То есть он уже перестанет контролировать сам себя. 348. Это говорит о качестве очень слабого сознания, где человек теряет способность контролировать себя, но тогда могут взять эту контроль другие существа. И это начинает проявляться. 349. Приходится прибегать к медицинским услугам, блокируя очень сильно сознание человека с помощью уколов. Это определенный выход, как будто бы дает для человека, он не так агрессивно начинает проявляться. Но это все равно не помогает. Это помогает не может, потому что ведет уже к очень сильному разрушению организма человека. 350.
Здесь можно любовь, можно уметь правильно укрутить эту атмосферу человека. Но это сделать непросто, потому что сейчас настолько все услабли, настолько все раздражены, настолько все неуравновешены, что если какое-то время им удается что-то потерпеть в качестве агрессии со стороны больного человека, то потом человек сам устает и тоже начинает нервничать, и тем самым еще больше подогревает агрессию у больного человека, у которого при этом начинается очень сильный самораспад. 351. И создать условия любви.